На мосту через Свиягу с рельс сошел трамвай. Это был 22-й маршрут, который двигался по улице Минаева в сторону Засвияжского района. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По информации Ульяновск электротранса, в 7:40 вагон поставили на рельсы, и движение было восстановлено. Однако чуть позже уже 10-й маршрут попал в эту же ловушку. Дело в том, что на этом участке идет замена рельсов. На стыке старых и новых и случились сходы. Техпомощь, дежурившая рядом, оперативно поставила на ход и второй трамвай. На этом происшествия с электротранспортом сегодня не закончились. В районе автовокзала под колеса вагона попал молодой человек. Молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте, шел попутно движение трамвая в наушниках. Значит, транспортные средства, которые объезжали его, тоже он создавал им помеху. В результате, как только закончился забор ограждения проезжей части и трамвайных путей, шагнул влево, значит, и попал под трамвай. Водитель применил экстренное торможение, но, к сожалению, избежать наезда на пешехода не удалось. Молодой человек погиб под колесами вагона.